Всем привет, друзья, с вами Горбач74, и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Farming Simulator 2015, это IFA. IFA Forge Right, наверное, ZT-303C, версия 1.0. Стоп, это что такое? Почему такой цвет отвратительный? Почему-то цвет такой отвратительный. Там сидит уже какой-то мужик. Я не знаю, с чем это связано. Я стою на улице, а мужик уже там сидит, паскуда. Вообще не ясно, что он там делает и зачем он там это делает. Давайте непосредственно перейдем к модификации. Кстати, железка уже грязная. Я только купил трактор, а железка уже грязная. Нехорошо, нехорошо, очень нехорошо. Колеса тоже какие-то. Колеса отвратительные. Вот я что могу сказать. Текстура. Лежит текстура грязных колес, но она до такой степени отвратительная. Размытая вся, караул. Трактор в таких бело-красных тонах, как пожарная машина, в принципе, сделан. Вот. Сама детализация достаточно неплохо сделана. Open, close door. Заходим. Бери руку. Ты видал? Нет, ты видал это? У него даже нога стоит на газе. Датчики. Датчики у нас работают. Подтверждено. Давление масла, даже стрелка чуть-чуть повышается, когда мы ехать начинаем. Бензин полный. Спидометр работает. Км/ч он передвигается. Максималка у него. Загорается зеленая лампочка, когда включаем свет. Да, лампочка все ярче и ярче загорается. Прикольно. Так. А, ну да. Первое, то есть мы включаем, у нас идут передние фары. Второе деление у нас идет верхние, на крыше, которые стоят уже, так сказать, осветительные приборы. Осветительные приборы также горят здесь, но лампочка сделана гораздо ниже, чем нужно, и это отвратительно выглядит. Сам по себе трактор очень, так скажем, простецки выглядит. Ну, то есть ничего такого заоблачного тут нет. Давайте что-нибудь возьмем, что к нему можно подцепить. Груз, я думаю, к нему вообще никакой не подцепить. Имеется в виду грузило спереди. Давайте возьмем, посмотрим. Может быть, цепляется все-таки. Так. Там дело в том, что здесь не к чему подцеплять, так скажем. Ну, может быть, забагованный какой-нибудь и подцепляется. Нет, не забагованный. Чего-чего? А, нет, нормально. Я думал, насквозь проезжает гантелю. Так, сзади смотрим, цепляется, не цепляется. Да, подцепляется. Space. А что Space? Enable IC. Что он делает? Зачем это? Вау. Вы зачем-то можете нажать на пробел, и у вас появляется мышка на экране. Не знаю, будет видно ее или нет. Да, будет видно. Я вот сейчас смотрю. Будет ее видно. Но для чего она нужна-то? Эта мышка-то. Что делать-то ей здесь? Непонятно. Сам по себе трактор достаточно неплохо выглядит. Давайте его попробуем зарядить. Кстати, зеркала работают. Даже с видом от третьего лица. Попробуем зарядить его. У меня здесь посадка идет сейчас обильная.
засеивание, так скажем. Работает, нет? Да, он работает, ребят. Че, все, отработался? Ух ты, сволочь. В общем, он отработался. Трактор сам по себе, я бы не сказал, что прямо, знаете, айс. Я ждал чуть большего. То есть, описание по данному трактору очень-очень маленькое. То есть, IC Control, Mirrors и там еще что-то вниз надо проматывать. И что-то третье. Все. То есть, описание очень-очень короткое. Думал, трактор действительно какой-то шедевр, какая-то вещь прям хорошая. А здесь ни хрена, в общем, так себе пожарная машина получилась. С вами был Карабаш 74 со своим кратеньким обзорчиком на данного рода модификацию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Не забывайте, ребят, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.